молодец, щуришь оченьки, а на троечке с колокольчиком пропадешь, гляди, серед моченьки, и мужичок, знаешь ли ты эту сторону? Не возьмешься ли довести нас до ночлега? Сторона мне знакомая, слава богу, исхожена, изъезжена вдоль и поперек. Да видишь, погода какая. А ну-ка, старинушка, садись, барину, садись. Ну, слава богу, жило недалеко. А ты сворачивай вправо, да поезжай. Почему это я должен сворачивать вправо? Лошади, небось, чужие, кому-то не свой, погоняй, не стой! А потому что ветер оттуда потянул, я слышу, дымом пахнуло, знать, деревня близко, эй, трогай! Ну, голубки, эй! Прозяв? Как не прозябнуть? В одном худеньком армяке. Был тулуп. Да что греха таить? Вечер заложил у целовальника. Мороз показался невелик. Ваше благородие, сделайте мне такую милость. Прикажите поднести стакан вина. Чай не наше казацкое питье. Поднеси ему вина. Опять там в нашем краю. Откуда Бог принес? В огород летал, коноплю клевал. Швырнула бабушка камушком, да мимо. Ну, а что ваши? Да что наши? Стали было к вечерне звонить. Попадья не велит. Поп в гостях, черти на погосте. Молчи, дядя. Будет дождик, будут грибки. А будут грибки, будет кузов. А теперь заткни топор за спину. Лесничий ходит. Ваше благородие, за ваше здоровье.
Спасибо за помощь. Савельич, дай ему полтину на водку. За что это? За то, что ты же изволил подвести его к постоялому двору? Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать. Хорошо. Если не хочешь дать ему полтину, достань что-нибудь из моего платья. Дай ему заячий тулуп. Да, помилуй, батюшка Петр Андреевич, он же его пропьет, собака, в первом же кабаке. А это, старинушка, не твоя печаль. Пропью я его или не пропью. Его благородие жалует мне шубу со своего плеча, на то его барская воля. А твое, холопье, дело не спорить, а слушаться. Бога-то не боишься, разбойник! Ты видишь, что дитя совсем еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, просто ты его ради. Прошу не умничать. Ой. О, Господи, владыка, совсем навешенькой! Спасибо, ваше благородие. Да наградит вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей. Встречным гусарским офицером изрядно. Выпито было с достатку. И чем больше я прихлебывал гребкого солдатского пуншу, тем чаще бильярдные шары летели за борт. Рано, Петр Андреевич, начинаешь гулять. Как покажусь я на глаза господам? Что скажут они, когда узнают, что дитя пьет и своевольничает? Батюшка мне наказывал. Служи верно, кому присягнешь. Помни пословицу, береги платье снову, а честь с молоду. Обещаю впредь вести себя умней и слушаться тебя. Боже милостивый, проиграть 100 рублей. Добро бы кому, то пьянице гусарскому, дьяволу усатому. Полно, Савельич, сам вижу, что виноват. И тебя напрасно обидел. Эй, сам я кругом виноват. Что делать, грех попутал. Вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумой. Так-то зашел к куме-то, засел в тюрьме, а? Далечный Белогорский. Да, вот, да. А где же крепость? Да вот же она. Гринёв Пётр приехал на службу.
и явился по долгу своему. Очень, очень рад. Только пойди сейчас, батюшка, вон туда. К хозяйке моей, Василисе Егоровне. Она тебя устроит. Ступай! Войди, батюшка, наши дома. Все дышало уютом и тишиной. С трепетом глядел я вокруг себя, словно предчувствуя, что здесь я найду свое счастье. Старички в окна показались мне такими же древними, как шкаф с посудой, и простодушными, как клубочные картинки, изображавшие выбор невесты и погребение кота. Ивана Кузьмича дома нет. Да все равно, мой батюшка, я его хозяйка, прошу любить и жаловать. Палашка! Крикни урядника. Присядь, батюшка. Держи-ка руки прямее. Максимыч, отведи господина офицера. Гринев Петр. Андреев сын. Найди Петру Андреевичу квартиру, да почище. Слушаю, Василиса Егоровна. А не поставить нам его благородие к Ивану Полежаеву? Врешь, Максимыч. У Полежаева и так тесно. Он же мне кум. И помнит, что мы его начальники. Отведи Петра Андреевича к Семену Кузову. Он мошенник лошадь свою пустил в мой огород. Ого. Что, Максимыч, все ли благополучно? Все, слава богу, тихо. Только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Нагульной за шайку горячей воды. Иван Игнатьевич, разбери Прохора с Устиньей. Кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с Богом. Устал, небось, с дороги, Петр Андреевич. Ты не печалься, мой батюшка, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпит, слюбится. Швабрин Алексей Иванович, вот уже 5-й год, как нам переведен. За смертоубийство. За неприличные гвардии офицеру поступки. Бог знает, какой грех его попутал. Он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком. Да взяли шпаги с собой, да и ну друг в друга пырять. А Алексей Иванович и заколол ручка. Что будешь делать? На грех мастера нет. Извините меня, что я без церемонии подошел к вам познакомиться. Швабрин. Гринев. Ступай вперед. Я узнал о вашем приезде, и желание увидеть, наконец, человеческое лицо так овладело мной, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени. Вот в каком краю осуждены мы проводить свою молодость. В 40 верстах от Оренбурга, на границе киргизско-осадских степей, на краю света. Тоска. Есть ли здесь хоть приличное общество? Есть Иван Кузьмич, комендант Белогорской. Вышел в офицеры из солдатских детей. Человек простой, да и необразованный. Жена его, Василиса Егоровна. Мы уже познакомились. На дела службы смотрит, как на свои хозяйские. Управляет крепостью, как собственным домиком. Иван Игнатьич, гарнизонный поручик. Состоит в непозволительной связи с Василисой Егоровной. Не верите? Ха-ха. Об этом не беспокойся.
И это все, кого вы будете видеть здесь каждый день. Неужели больше никого и нет во всей крепости? Есть капитанская дочка. Совершенная дурочка. Василиса Егоровна приказали вам пожаловать к ним отобедать. Пошли. Что это мой Иван Кузьмич так заучился сегодня? Палашка, позови барина обедать. Гости ждут, щи простынут. Что это, мой батюшка Иван Кузьмич? Кушанье давным-давно подано. А слышь ты, Василиса Егоровна, я был занят службой. Солдат же кучил. Только слава, что солдат учит. Ни им службы не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома, да Богу молился, так было бы лучше. Милости просим. Ты где же, Маша? Петр Андреевич, родители твои живы? Живы. А где живут? В Симбирском уезде, в своей деревне. А людишек сколько в деревеньке? 300 душ. О, легко ли? Ведь есть же на свете богатые люди. А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка. Да слава Богу, живем помаленьку. Одна беда, Маша. Девка на выданье, а какое у нее приданное? Частый гребень да веник. Долдым денег, прости господи, с чем в баню сходить. Пошли нам Бог только здоровья, а женихи не уйдут. Добрый человек полюбит, так и без приданого возьмет. Хорошо, коли найдется добрый человек. А то сиди себе в девках вековечной невестой. Заметным образом я привязался к доброму семейству коменданта, в котором был принят как родной. Петруша. Петруша Гринёв. Боюсь и не решаюсь. Какая-то застенчивость удерживает меня. Господи, владыка, не ест, не спит. Что скажет барыня, когда дитя занеможет? Не
лошадей гонять. А как батюшка вдруг объявил, что пора мне на службу. Держите руки прямее, Петр Андреевич. Мы-то с матушкой думали, что я в Петербург поеду. Я уж воображал себя офицером гвардии, мечтал об удовольствии в петербургской жизни. А батюшка сказали, нет, Петруша в Петербург не поедет. Пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат. А не шамато. Тут служба показалась мне тяжким несчастьем. А вот прошло несколько месяцев, и жизнь моя здесь, в крепости, сделалась не только сносной, но даже приятной. Что ж приятно? Мы познакомились. Я привязался к вашему семейству. Узнав мои напасти, жалься, Маша, надо мной. Зря меня все лютые части. И что я пленен тобой? Что я пленен тобой? Песня твоя нехороша. Кто это Маша, перед которой ты изъясняешься в нежной страсти, любовной напасти? Уж не Марья Ивановна? Не твое дело, кто бы ни была эта Маша. Послушай дружеского совета. Коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками. Что это, сударь, значит? Изволь объясниться. С охотою. Это значит, что ежели ты хочешь, чтобы Марья Ивановна ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стежков подари ей пару серег. Почему ты об ней такого мнения? А потому что по опыту знаю ее нрав и обычай. Ты лжешь, мерзавец! Ты лжешь самым бесстыдным образом! Так не пройдет. Вы своей кровью будете отвечать мне за вашу дерзость. Хотел вас быть моим секундантом. Вы отказались. Зачем же было доносить Ивану Кузьмичу? Как бог свят, я Ивану Кузьмичу того не говорил. Василиса Егоровна выведала все от меня. Ах, мои батюшки, на что это похоже? Как, что, в нашей крепости заводить смертоубийство? Иван Кузьмич сейчас их под арест. Петр Андреевич, Алексей Иванович, подавайте сюда ваши шпаги. Подавайте! Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреевич, этого я от тебя не ожидала. Добро, Алексей Иванович, он за душегубство из гвардии выписан. Он и в Господа Бога не верует. А ты-то что же? Туда же лезешь? При всем моем уважении к вам,
не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузьмичу, это его дело. Ах, мой батюшка, да разве муж и жена не един дух и не едина плоть? Надлежало бы мне посадить вас под арест. Развоевался под арест. Будет. Ну, помиритесь и поцелуйтесь. Палашка, отдаем шпаги. Завтра поутру у реки. Вы забыли вашу шпагу. Я так обмерла, когда сказали нам, что вы намерены влюбиться на шпагах. Я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иванович. Почему же вы так думаете, Марья? Да так. Он такой насмешник. Он мне противен. А странно. Ни за что бы я не хотела, чтобы я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх. А как вы думаете, нравитесь ли вы ему? Мне кажется, я думаю, что нравлюсь, потому что он за меня сватался. Сватался? Он за вас сватался? Когда же? В прошлом году, месяца за два до вашего приезда. И вы не пошли. Как изволите видеть. Алексей Иванович, конечно, человек умный и хорошей фамилии. Но как подумаю, что надо будет под венцом при всех с ним поцеловаться. Ни за что. Ни за какие благополучия. Марья Ивановна. Ради бога, успокойтесь. Вы еще в опасности. Поберегите себя. Хоть для меня. Марья Ивановна.
Родители мои, конечно, будут рады. Но подумай хорошенько. Со стороны твоих родных. В нежности матушкиной я не сомневаюсь. Так батюшке буду писать. И надеюсь тронуть его сердце. От барина письмо. По батюшкиному почерку не поймешь, в каком расположении писал он письмо. И не только не моего благословения, но и моего согласия дать я тебе не намерен. А за проказы твои следует проучить тебя, как мальчишку. Видно, нам не судьба. Родные ваши не хотят меня в свою семью. Делать нечего, Петр Андреевич. Будьте хоть вы и счастливы. Этому не бывать. Ты меня любишь, я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги твоим родителям. Люди, они простые, благословят нас. Мы обвенчаемся. Нет, Петр Андреевич. Я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет нам счастья. Покоримся воле Божьей. Коли найдешь себе суженую или полюбишь другую, Бог с тобой. Коменданту, пакет из Оренбурга. Всего имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея, а будет можно и к совершенному уничтожению оного. Максимыч. Максимыч, следуйте, господа офицерами. А ты, душенька, посмирничай в чулане. А слышите, Василиса Егоровна, Иван Игнатьевич говорит, будто отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержат в великой тайне. Куда ж ты? К жене отца Герасима, там Маша. Да заодно узнаю, каким это образом Акулина Панфиловна соленые огурцы приготовляет.
ж ты. Простой казак и Мелька Пугачев. А выдал себя за покойного государя Петра Третьего. С получением сего имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея. А будь можно, и к совершенному уничтожению оного. Принять надлежащие меры. Слышь, ты, легко сказать, злодей-то, видно, силен. А у нас всего 130 человек, не считая казак, на которых плохая надежда. Не при тебе будет сказано, Максимыч. Даючи схватили башкирца с возмутительными листами от самозванца. А казаки и взволновались. Однако делать нечего. Господа офицеры, учредите караулы на ночные дозоры. А ты, Максимыч, поезжай да разведай во всем поселениям и крепостям. Пушку немедленно осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне. Иван Игнатьич! Иван Игнатьич! Иван Игнатьич! Господи, Боже мой! Что же это будет? Эй, матушка, Бог милостив! Авось дадим отпор Пугачеву! Господь не выдаст, свинья не съест! Да что за человек этот Пугачев? Ах, злодей! Вот уж злодей! Правда твоя! Бог милостив! Ну, прощай! Акулина Панфиловна! Акулина Панфиловна! Пойди, Машенька, пойди! Акулина Панфиловна, слово дала, но вам скажу. И то только потому, что корова ваша ходит в степи и может быть захвачена злодеями. Да, господа, одна надежда, а вось не сунутся. А если сунутся? Да еже и сунутся. Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания. Зачем меня обманул? Что еще случилось? А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печь топить соломой. Полно врать. Ты, знать, хотел собрать офицеров, да без меня потолковать о Пугачеве. Да лих не проведешь. То-то, батюшка мой, не тебе бы хитрить. Иди, иди, поторапливайся! Вот уже будет тебе гарнизонная крыса! Поболтайся мне на виселице, сучий сын! Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Говори, кто тебя подослал. Разбойник объявляет, что идет на нашу крепость. Да приглашает казаков и солдат свою шайку. А нас, командиров, увещевает не сопротивляться, угрожая казнью в противном случае. Каков мошенник? Что еще смеет нам предлагать? Ах, он собачий сын! Да разве он не знает, что мы уже 40 лет в службе? Но он в самом деле силен. А вот сейчас узнаем настоящую его силу. Иван Игнатьич, лети ему! Постой! Постой, Иван Кузьмич! Дай уведу Машу! Да я и сама не охотница до родов. Что ж ты молчишь? Или бельмес по-русски не разумеешь? Якши, ты у меня заговоришь. Солдатушки,
Снимите с него дурацкий халат, да выстрочите ему спину! Знатный бунтовщик, если ему не только уши, но и язык отрезали. Батюшки! Батюшки! Иван Кузьмич! Беда! Нижнеозерная взята. Комендант и все офицеры перевешены. Давай, гляди, злодей будет сюда. Вот и пугач пришел. Максимыч не вернулся. А казаки ночью ушли из крепости, предавшись самозванцу. Плохо, Петр Андреевич, плохо. Слушай! Ну, дедушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем, что мы люди бравые и присяжные. Ну что, каково идет баталия? Где же неприятель? Неприятель недалече. Бог даст, все будет ладно. Что ваше, страшно тебе? Нет, папенька, дома одной страшнее. Милая моя, желанная. Что бы со мной ни было, верь. Последняя моя мысль, последняя молитва будет о тебе. Вот я вас... Берись, государь, горовой из пушки убью! Ядра на царей не льются! Димашу. Поцелуемся, Иван Кузьмич. Отпусти меня. Вчера я тебе досадила. Прощай, матушка. Папенька! Папенька! Прощай, Маша. Будь счастлива. Ступайте, ступайте домой, так и успеешь надень на Машу сарафан. Машечка! Дедушки, стоите! Убирать так убирать! Дело служивое! За мной! И Машенька в животе, и смерть один Бог воля. Жив будет Петр Андреевич. Господи, Господи, помоги, помоги, Господи, жизнь наша в твоих руках, Господи. Петруша, Машенька, Петруша, Петруша! Марья Ивановна, голубушка моя, побереги Машу. Куда вы, Василиса Егоровна? Беда, коли попадете злодеем к Ивану Кузьмичу. В
вместе жили, вместе умирать будем. Будете мною великим государем жалованы казаки и калмыки и татары. И я, государь Петр Федорович, во всех винах вас прощаю. И жалую я вас вечною вольностью, рекою с вершин и до устья, и землею, и травами, и денежным жалованием, и хлебным провиантом. Я, великий государь, император, жалую вас, Петр Федорович. Как ты смел противиться мне, государю твоему? Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышите? Присягай. Присягай мне, государю твоему, царю Петру Федоровичу! Ты нам не государь, ты, дедушка, вор и самозванец! Батюшки мои, отцы родные, пустите меня к Ивану Кузьмичу. Злодеи, что вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузьмич! Вешать его. Там не бывать, одной не миновать. Постойте! Окаянные! Погодите! Отец родной, что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его, за него тебе выкуп дадут. А для примера и страха ради вели повесить хоть меня. Меня, старика! Батюшка, Петр Андреевич, что тебе стоит? Поклонись ему в ноги. Плюнь-то, поцелуй у злодея ручку. Его благородие! Знать одурел от радости! Очнись, Гарик, что же, Господи, батюшки. Гуляй, народ православный! Андреич, какие страсти, какой денек.
Лев Егоровна, Иванна Кузьмич. Где Марья Ивановна? Живая, живая, спрятана у попадьи. Православный царь, всю правду скажу тебе, всю истину, что товарищей у меня было четверо, и что первый мой товарищ... Тише, моя голубушка, в забытии. О, Господи, владыка! Дождались мы праздничка, нечего сказать. Куда вы, Петр Андреевич? У злодеев попойка идет. Беда, попадется под пьяный лоб. Это товарищ, мой добрый конь, а четвертый мой товарищ у горлу, что рассыните мои дары. А, ваше благородие. Милости просим. Думал ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к постоялому двору, был сам великий государь? Да, 12 лет я странствовал. Был голоден, холоден. Не время было мне являться. Да не мог я смотреть на великие обиды и разорение моего народа. Струсил ты, ваше благородие, когда мои молодцы накинули тебе веревку на шею. А я чаю небо с овчинку показалось. Кто это охает у тебя там, старуха? Племянница захворала. Лежит уже вторую неделю, государь. Ты передо мной крепко виноват. Но я помиловал тебя за твою добродетель. За то, что оказал ты мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. Отец твой, ваше благородие, небось в своей деревеньке живет. А людишек у него сколько? 300 душ. О, так ты, ваше благородие, на крестьянском хлебушке вырос. Тебе, великому государю, отслужить надо мне. Чему ты усмехаешься? Ты что, не веришь, что я великий государь? Скажу тебе всю правду. Рассуди сам. Могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый. И сам увидел бы, что я лукав. Кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку. Значит, ты не веришь, что я государь Петр Федорович? А кто же я, по твоему разумению? Бог тебя знает. Ну, добро. Думай про меня, что хочешь, но от меня не отставай. Какое тебе дело до иного прочего? Кто не поп, тот и батька. Вот служи мне службу, а я тебя в фельдмаршалы. В князья, пожалуй. А? Как ты думаешь? Нет. Я природный дворянин. Я присягал государыне императрице. Тебе служить не могу. Или желаешь мне добра.
Ваше благородие, как тебе дядька твой зовет? Дитё? Дитё и есть. Так и быть. Казнить и казнить, миловать и миловать. Ступай на все четыре стороны. Вот вам, дедушки, новый комендант. Он не отвечает и за вас, и за крепость. Коня. Стой, батюшка! Вот. Что ты так мудрено пишешь? Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Читай вслух. Два халата меткалевый да шелковый на 6 рублей, штаны белые суконные на 5 рублей, 12 рубах полотняных, голландских, с манжетами на 10 рублей. Что за вранье? Какое мне дело до штанов и до рубах с манжетами? А это, батюшка, изволишь видеть реестр барского добра, раскраденного злодеями. Какими еще злодеями? Виноват, обмолвился. Твои ребятки пошарили да растаскали. Не гневись, конь о четырех ногах ты спотыкается. И еще. Зайчий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе. Это еще рублей. Что? Зайчий тулупчик, я тебе дам зайчий тулупчик. Я с тебя живого кожу велю содрать на тулупчик. Слыхал? Вот он, человече. Оставленные посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Лошадь и шубу своего плеча. Да еще жалует он вам полтин денег. Давай.
Да вот я растерял ее дорогою. Простить великодушно. А что же это у тебя побрякивает за пазухой, бессовестный? Бог с тобой, старинушка. Это уздечка дрянчит, а не полтинна. Добро. Благодари от меня того, кто тебя послал. А растерянную полтину постарайся подобрать по дороге и возьми себе на водку. Дьявол. Очень благодарен, ваше благородие. Вот видишь ли, сударь, я недаром подал злодею челобитья. Что же вы молчите, молокосос? Благоразумнее оставаться за крепостной стеной? У самозванца нет способа устоять против правильного оружия. Господа! Войско наше в крепости ненадежно. Молодой человек. Да в городе 3000 войск и 70 орудий. Верно. А мятежники вооружены. Кто копьем, кто офицерской шпагой, кто дубиной. Мы легко можем и должны их уничтожить. А должен я вам объявить, государи мои, что с мнением господина прапорщика я согласен, но я не смею брать на себя столь великую ответственность. Всего безопаснее внутри города ожидать осаду. А нападение неприятеля силами артиллерии и вылазками отражать. Солдатушки, пора нам одуматься, чтобы служить государю Петру Федоровичу, а не греться с бабами на печи и слушать трусливых офицерьев! Прыски новенький-то, а? Небось догонит на своем мерине! Здравствуйте, Петр Андреевич! Максимыч, здравствуй. Как вас Бог милует? А у меня к вам письмишко. Где ж оно? Я уж обещал Сталашке как-нибудь да вам доставить. Прощай, наше орудие! Богу угодно было лишить меня отца и матери. Прибегаю к вашей помощи. Ненавистный мне Швабрин дает выйти меня за него замуж. Он согласится ждать еще 3 дня. А коль через 3 дня я за него не выйду, так уж никакой пощады от него не будет. Ваше превосходительство! Прибегаю к вам, как к отцу родному. Прикажите взять мне роту солдат и очистить Белогорскую крепость. Белогорскую крепость? Нет. Дело идет о счастье всей моей жизни. Дочь капитана Миронова просит моей помощи. Нет, нет, молодой человек, это совершенно невозможно. На таком расстоянии неприятелю будет очень легко отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом. Да! Куда это мы? Батюшки, разбойнику! Защиты просить! Она! А, пошла! Прибегаю к твоему суду. Жалуюсь на одного из твоих людей и прошу тебя защитить сироту. Кто из моих людей смеет обижать сироту? Он от суда моего не уйдет. Говори, кто виноватый? Швабрин. А? Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел больную, попади. И насильно хочет на ней жениться. Ну, я проучу Швабрина. Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу. Прикажи слово молвить. Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты. А теперь торопишься его вешать. Ты уже оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники. Не пугай же дворян,
казня их по первому наговору. Если ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той виселице повеси этого молодца, чтобы никому не было завидно. Ась, ваше благородие, фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь? Полно. Тебе бы все души резать. Что ты за богатырь? Поглядеть-то, в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Офицер там волею приехал, а ты уж и вешать его. Ты что за угодник? У тебя-то откуда жалость взяла? Господа генералы, полно вам ссориться. И беда, коли все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной. А беда, если наши кобели между собой перегрызутся. Ну, помиритесь. Ах, я было забыл поблагодарить тебя. За лошадь и тулуп. Долг платежом красен. Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, ну, которую Швабрин обижает. Уж не зазнова ли сердце молодецкому, а? Она невеста моя. Что ж ты прежде не сказал? Так мы тебя женим и на свадьбе на твоей попируем. Белогорскую! Чего, ваше благородие, изволил задуматься? Страшно тебе? Ничего. Не такой уж я кровопийц, как обо мне говорит ваши братья. Они, видишь, на меня злы. Слыхал о сражении под Юзеевой? 40 генерала убито, 4 армии взято в полон. А как ты думаешь, прусский король мог бы со мной потягаться. А сам как ты думаешь, управился бы ты с Фредериком? Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими генералами я уже управляюсь, а они его бивали. Эх, дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву. А ты полагаешь, идти? Да сели оружие мое было счастливо. Сам знаешь, сколько крепостей я взял. А народа у меня как песку, и весь черный народ за меня. Только вот дружки мои умничают. Мне нужно держать ухо востро. При первой неудаче они свою шею выкупят моей головой. Они лучше тебе отстать от них самому. Заблаговременно. Прибегнуть к милосердию государыне. Государыне? А ну-ка, садись поближе, я тебе расскажу сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Садись. Однажды орел спросил у ворона. Скажи, ворон птица, отчего живешь ты на белом свете 300 лет, а я всего-навсего 33 года? От того, батюшка, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал, давай ему питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон, завидели палую лошадь, спустились, сели. Ворон стал клевать и похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон,
чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью. А там, что было? Как живешь, братец? Какую ты там девушку держишь под караулом? Государь, она не под караулом. Она больна, государь. Ну, тогда веди меня к ней. Государь, вы вправе требовать от меня, что хотите. Но не прикажите постороннему ходить в спальню к жене моей. Так ты женат? А ты не умничай, не ломайся. Жена она тебе или не жена, я веду к ней, кого хочу. Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке. Третий день как бредит без умолку. Ваше благородие, ступай со мной. Хорош у тебя лазарет. Ой. Скажи мне, голубушка, за что тебя твой муж наказывает? Я лучше решилась умереть и умру, но никогда не буду его женой. Государь, я виноват. Я вам солгал. Но и Гринёв вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего папа. Она дочь капитана Миронова, который казнен при взятии крепости. Это что еще? Швабрин тебе сказал правду. Да ты-то мне не сказал этого. Да сам ты рассуди. Можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива? Да ее ничто бы не спасло. И то правда. Государь. Как тебя назвать? Я не знаю, да и знать не хочу. Но Бог видит, что жизнью моей я рад заплатить тебе за все, что ты для меня сделал. Довершишь, как начал. Отпусти меня с бедной сиротою, куда нам Бог путь укажет. Ведь, по-твоему, казнить да казнить, жаловать да жаловать. Таков мой обычай. Бери себе свою красавицу и вези ее куда хочешь. И дай вам Бог совет да любовь. Прощай, ваше благородие. А вот когда-нибудь свидимся. Лошадей! А какие я? Государев кум со своей хозяйкою. А-а-а. Приходи, бесов кум. А то ж будет тебе баня с твоей хозяйкой. Господь, владыка, не забудь это в полумя. Веди меня к начальнику. Ooh!
Это тот самый разбойник, который у нас 100 рублей выиграл. Иван Иванович, ты? Откуда, брат? Здорово, возбежал, возбежал. Не хочешь ли поставить карточку? Благодарен. Прикажи-ка лучше отвезти мне квартиру. Какую квартиру? Оставайся у меня. Не могу, я не один. Ну так подавай и твоего товарища. Я не с товарищем. Я с дамою. С дамою? А где ж ты ее подцепил? брат! Она моя невеста. Невеста? Да зачем тебя черт несет жениться? Поверь мне, честному офицеру, женитьба – это блажь. Ну куда же тебе возиться с женой и нянчиться с ребятишками? Я прошу тебя. Ну извини, брат. Невеста, так невеста. Долг чести потребовал в моего присутствии войски императрицы. И вот я опять одинок. Марья Ивановна далеко от меня, но она окружена заботами матушки. А батюшка, я знаю, почтет за счастье принять дочь погибшего воина. Савельич все расскажет ему, и он смилуется над нами. Нет, брат, тебе не сдобровать. Женишься, ни за что пропадешь. Пугачева разбили, но поймать его не удалось. Он ушел, вновь явился на сибирских заводах, и опять люди стали стекаться к нему. Под Казанью его снова разбили. А он опять ушел. Он бежал, но бегство его казалось нашествием. Весь черный народ был за Пугачева. Вся Волга восстала и предалась ему. А императрица со всех концов страны бросала войска против самозванца. И хоть мятежники дрались отчаянно, но принуждены были уступить силе огромной армии и правильного оружия. Мистер гусарского полка, господину Зурину, секретный пакет. Давай, давай. Ага, самозванца поймали. Компания окончена. Наконец я увижу Марью Ивановну. Компания окончена. Да вот тут неприятность. Прочитай, пожалуйста. Следственная комиссия учрежденная по делу Пугачева. Совесть моя чиста. Да, брат, дался ты как надлежит честным офицерам. Но делать нечего. Наш долг повиноваться приказу. Сын мой участвовал в замыслах Пугачева. Подозрение насчет участия сына вашего в заговоре бунтовщика, к несчастью, оказались слишком основательными. Примерная казнь должна его постигнуть. Боже праведный, до чего я дожил?
стыд и срам нашему роду. А все ты виноват, старый пес. Так-то ты исполнил господскую волю. Я не старый пес, а верный ваш слуга. Усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Дитя не виновата. Петр Андреевич в гостях у Емельки бывал, и злодей таки его жаловал. Но Господом Богом клянусь, измены никакой не было. Бог правду знает и видит. Андрей Петрович, необходимость заставляет меня ехать в Петербург. Неужто, Мария Ивановна, хочешь и ты нас покинуть? Зачем тебе в Петербург? Вся будущая судьба моя зависит от этого путешествия. И я еду искать покровительство и помощи, как дочь человека, пострадавшего за свою верность. Прошу вас дать мне способ нынче же отправиться. Поезжай, матушка. Мы твоему счастью помехи делать не хотим. Дай Бог тебе в женихи доброго человека. А не ошельмованного изменника. По какому случаю и в какое время вошли вы в службу к Пугачеву? Дворянин, офицер, ни в какую службу к Пугачеву я вступить не мог. Тогда каким же образом этот дворянин, офицер, один пощажен самозванцем? Между тем, как все его товарищи злодейские умерщвлены. Совесть моя чиста. Если совесть твоя чиста, объясни, на чем основана твоя дружба с бунтовщиками. На измене. На гнусном и преступном малодушии. Придется поставить тебя на очную ставку с главным доносителем. Видите вчерашнего злодея? Посмотрим, что ты теперь скажешь в свое оправдание. Мне доподлинно известно, что прапорщик Гринев отряжен был Пугачевым в Оренбург шпионом. Ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия Пугачева обо всем, что делалось в городе. Наконец он явно предался самозванцу. Приехав в Белогорскую, он... Что ж ты смешался? Говори. Чем ты можешь опровергнуть показания Швабрина? Вынеси их. Сохранил он искру того чувства, которое и меня заставило молчать. Любовь к Марье Ивановне.
бунтовщиков ведут. Петруша, Петр Андреевич! Что вы, Господь с вами? Я батюшку в Москву повезли. Муж мой занимает скромную должность смотрителя здешней станции, но я племянница придворного истопника. И могу вас посвятить, милая, во все таинства придворной жизни. Государня, весь двор нынче здесь, в царском селе. Государня очень любит посидеть на скамеечке около прекрасного луга, где нынче поставлен памятник в честь победы графа Петра Александровича. Тут-то, матушка, вам и надо подать просьбу о помиловании вашего жениха. Поднимитесь, милые, дело ваше окончено. Я убедилась в невиновности вашего жениха. Thank you.
Потом позвали меня во дворец, а я и глаз поднять не могла. Еле на ногах держалась, ничего не видела, не слышала. Только одно, жених ваш невиновен. Все наглядеться на тебя не могу. Тот да не тот, словно подменили вас. Был дитя, рассказывал, как голубей гонял. А теперь сокол мой ясный. Маша! Маша! Петр Андреевич! Маша! Маша! Объявляется во всенародное известие, поданное от ее императорского величества полной власти сия сентенция по делу о бунтовщике, самозванце и государственном злодее Емельке Пугачеве и его сообщников заключена. Сообразуйся беспримерному ее императорского величества милосердию, зная ее сострадательное и человеколюбивое сердце, единодушно приговорили и определили за все учиненные злодеяния бунтовщику и самозванцу Емельке Пугачеву учинить смертную казнь, четвертовать, голову заткнуть на кол, части тела разнести по четырем частям. Прости, народ православный, отпусти мне! В чем я согрубил перед тобой? Жизнью. Я обязан этому человеку.